Здравствуйте, только что завершился турнир Fight Spirit Championship. Рядом со мной Михаил Малютин. Михаил, поздравляем с победой. Как чувствуешь себя физически после боя? Спасибо большое за поздравления. Да нормально себя чувствую. Мы так, в принципе, не особо и дрались, чтобы я там устал или что-то так. Три минуты больше. Нормально, все хорошо. Вот скажи, твой последний бой прошел 21 августа во время битвы на Неве. Там ты получил травму. Расскажи, эти два события сыграли свою роль в твоем выступлении, подготовке к бою к этому? Конечно, сыграли. Конечно, сыграли. И такой я попал в спад, как бы я был травмирован и практически не было. Ну, я готовился, но вот именно под соперника времени подготовиться не было вообще. И от этого и был такой технический брак в ударной технике. То есть я очень плохо отработал стойки, его можно было нокаутировать красиво. Но Стоянов и вот этот соперник, Аруда, они совершенно два разных по стилю бойца. Я очень хорошо подготовился к тому, и не было времени подготовиться к этому. Вот. Ну, то есть держался я просто в форме, и все. Ну, что можешь сказать о сопернике? Удалось ему тебя удивить как-то, или ты был готов? Да не, не удалось, как он меня удивил. Вот меня удивляет вот этот парень, Василевский. Больше он... Он меня поддержал, поэтому я вышел с хорошим настроем, было очень много друзей, приехало именно вот, ну, поболеть за меня, поддержать. И ну, вот этот отрезок между тем боем и этим помогали мне как бы работать там, и поэтому все как бы прошло хорошо. Расскажи, чем займешься теперь, чему будешь посвящать свое время в ближайшие дни? Все так же, сейчас отдохну недельку, и потом начну подготовку, если все-таки мы договоримся с Лигой М1 по поводу моего боя, да, который пройдет в Ледовом 20 октября. Если договоримся, я бы, конечно, очень хотел выступить там, то, значит, буду готовиться туда. Если нет, то, ну, посмотрим, может, какие-то будут другие предложения. Буду как бы вот подыскивать что-то. А вот касательно 20 октября возможного боя, это пока... Есть ли какая-то, может быть, информация, возможные соперники, или это все пока еще, ну, предположение? Предположение, но и предположительно как бы там есть соперник. И мне сказали, что возможно, если все-таки состоится мой бой, это будет американец. Очень, говорят, хороший боец. Вот. Но я, честно говоря, не знаю пока его ни фамилии, там, ни титулов, ни его ничего. Сейчас главное как бы договориться, буду ли я там, ну, как бы драться. Скажи, ну вот такая частота боев за последнее время, буквально практически каждый месяц получится, да? Комфортна ли тебе такая ситуация? Я хочу сказать, что ничего хорошего в этом нет. Все-таки надо отдыхать. Не хватает времени на подготовку. Ты вот спад идет такой, а потом сразу бой. То есть, ну, мало времени. Но 20 октября все-таки полтора месяца. Поэтому я думаю, я смогу к нему подготовиться хорошо. То есть сохранить даже форму. Не подготовиться, а сохранить форму. Михаил, спасибо большое за интервью. Может быть, в заключение, кому ты посвящаешь эту победу? И слова болельщикам. Ну, я же говорил, что посвящаю победу вот городу воинской славы. Я так и поинтересовался об этом городе, посмотрел очень много. Но это, конечно же, великий город, который как бы защищал нашу страну. И как бы хотел вот посвятить день рождения им, подарить такой праздник. Им понравилось, и все остались довольны.